Сегодняшний день был замечательным, что одновременно защищалось 9 магистерских работ и 1 работа специалиста. Причем 8 магистерских работ и 1 работа специалиста были посвящены комплексному проекту, который, с одной стороны, выполнялся по договору университета с ПАО «Днепротяжмаш», а с другой стороны, это он входил в программу, которую наш университет представил нашему городу. Это проект, комплексный проект по разработке тюбинг-укладчика, машинки, которая помогает строить метро в нашем городе. И вот ребята, как в общем-то, разобрали эту машинку на части, на узлы, и каждый из этих узлов они провели такое исследование самых современных технологий. Надо сказать, что комиссия поставила всем отлично. 4 человекам она поставила высший балл по европейской шкале 100 баллов. А все остальные баллы это были на уровне 95. Все работы комиссии признаны реальными. То есть они, как говорится, сделаны для производства. Все магистры рекомендованы для поступления в аспирантуру. Проекты все были выполнены на высоком уровне, что отмечает, как сказать, вся комиссия. Все проекты сопровождались слайдами. То есть это были фактически магистерские диссертации. Это было обоснование параметров манипулятора тюбинга-укладчика УТК-2. Больше всего понравилось и помогло мне это изучение программы SolidWorks. И теперь я даже работаю благодаря этим навыкам. Девушка работает сейчас в компании американской, непосредственно занимается занимается тестированием таких кат-продуктов. Как она прошла конкурсный отбор, и много там наших выпускников работает, хотя эта фирма занимается разработкой программного обеспечения, но многие из наших выпускников работают в этой фирме именно и постановщиками, и программистами, и тестировщиками. В общем-то, это такой успешный опыт общения на стыках, будем говорить, и машиностроения, и информационных технологий, в частности, кап-технологий. После окончания техникума я все-таки поступил в Горный университет под заботливое крыло Константина Сергеевича и Елены Владимировны. Хотелось бы отметить, что на кафедре да, присутствуют новейшие продукты, такие как SolidWorks, благодаря также заслугам Константина Сергеевича. По поводу моей магистерской работы, да, я был в коллективе, который разрабатывал укладчик УТК-2, мы его разобрали, как было сказано, по запчастям. Я выбрал привод хода этого укладчика и модернизировал его за счет того, что, опять же, при помощи новейших технологий, которые находятся на кафедре, модернизировал и уменьшил количество приводов, которые находятся в этом укладчике.